Украина отметила третью годовщину Майдана. Радикальные молодчики разгромили офис Сбербанка в центре Киева. Начали они по старинке, просто с брусчатки. Доставали камни из мостовой, они бросали их в окно офиса. А когда стекла треснули, в помещение полетели фаеры. Особо активные, еще и до наживы жадные, решили вынести кресло, но толпа их остановила вовремя. А полицейские и пожарные, кстати, не вмешивались в происходящее только после ухода уже демонстрантов. Они потушили огонь в здании. Отмечала Украина третью годовщину Майдана на площади Независимости в центре Киева. Тот самый Майдан Незалежности, где 3 года назад демонстранты начали протесты, которые привели к свержению законной власти. К слову, люди недовольны и сейчас. И закончен тот Майдан, который был 3 года назад. Потому что не выполнено ни одно обещание, которое вы дали 3 года назад. Не изменена система. Один олигарх Порошенко заменил другого олигарха Януковича. То есть, по большому счету, ничего не выполнено. Нету ни реформы полиции, ни реформы органов государственной власти. Ничего в стране не изменилось. Просто одни олигархи поменяли других.